Для прокуратуры Брестской области 2013 год был напряженным, но плодотворным. Проделана значительная работа по решению текущих задач. Большое внимание уделялось профилактике особо тяжких и тяжких преступлений, в особенности совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, пьянства, а также преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Возможно, именно поэтому у людей растет доверие к сотрудникам прокуратуры, за счет чего повышается авторитет ведомства. Люди к нам идут со своими жалобами, с чаяниями, с предложениями, сплошным потоком. И, наверное, они видят все-таки в прокуратуре, даже, может быть, слово «наверное» здесь не стоит употреблять, они видят в прокуратуре своего явного защитника их прав и интересов. В 2013 году прокуратура Брестской области успешно справлялась со своей основной задачей – обеспечивала законность во всех сферах жизни и проводила большую профилактическую работу. Ведь, как известно, предупредить проще, чем бороться. В целом, показатели, с которыми прокуратура Брещины вышла на финишную прямую, довольно успешные. За прошедших 6 лет уровень преступности упал практически в 2 раза. Однако есть и наболевшие, насущные проблемы. В частности, распространение и избыт курительных смесей, называемых в народе «спайс», которые вызывают не только галлюцинации, но и быстрое привыкание. Опасность этих курительных смесей проявляется в том, что к ним добавляются различного рода психотропные добавки, реагенты, да. И выкуривая их, молодые люди попадают в наркотическую зависимость на порядок быстрее и страшнее, чем употребление наркотиков, в том числе даже и тяжелых. Не менее остро стоит в регионе проблема коррупции. Усиление координирующей роли прокуратуры способствовало активизации деятельности правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений. Их число увеличилось в минувшем году по сравнению с 2012 годом со 154 до 258. В структуре коррупционных преступлений наибольший удельный вес составляют преступления в области строительства. Говорит ли это о том, что наше общество стало более коррумпированным? Я бы, наверное, не стал бы делать такие выводы. Наверное, все-таки вот эти цифры, они являются следствием не усиления коррумпированности общества, а усиления и даже углубления, может быть, работы всего правоохранительного блока. Уже в наступившем 2014 году прокуроры проведут проверки исполнения многих государственных программ. Кроме того, среди приоритетных направлений деятельности рассматривается усиление надзора за соблюдением законодательства, предупреждение преступности в общественных местах. Будет продолжена работа по борьбе с пьянством и наркоманией, особенно в молодежной среде. Актуальными в год гостеприимства станут проверки соблюдения законодательства в сохранении историко-культурных ценностей, а также их использование в развитии туристического потенциала Брещины.